такая у Локомотива. Классная атака, и моменты, и варианты различные, но по-прежнему 0-0. Джордан. Осман Занте через себя бьет, и вот он гол! Первый мяч! Спартак выходит вперед. Наконец-то взрывается буквально торсида. Фанатская атака. Они долго этого ждали. И Спартак наконец-то выходит вперед. Ну и, конечно же, куда без трека, Максим, да? Да, вдоль ночных дорог. И ранец Ахмадзаде. Удар через себя. И открывает счет в этом полуфинальном великолепном противостоянии двух.